Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. В то время как Джан Яман стремительно поднимался в своей актерской карьере, он добился многих успехов, а также был в центре различных скандалов. Инцидент, произошедший много лет назад, стал для него весьма тяжелым испытанием. Он выступил с обвинениями в том, что его подставили. Тогда он подвергся резкой критике за высказывания, сделанные им во время интервью, и утверждалось, что его слова были искажены. Но теперь факты, стоящие за инцидентом, начали всплывать. Недавно известный журналист признался в правде, которую скрывали годами. Он сказал, что инцидент на самом деле был ловушкой, расставленной для Джана Ямана. По его признанию, Джан, которого в тот момент актер намеренно спровоцировал и поймал в ловушку, был искажен в прессе. По словам журналиста, актер разозлил Джана и заставил его произнести нежелательное слово, а затем эти слова были муссированы СМИ и превратились в большой скандал. За этим планом стояло имя актрисы, которая в то время участвовала в одном проекте с Джаном Яманом. Конфликт между ними разросся из-за их роли в проекте и усилий по привлечению внимания. Актер решил манипулировать СМИ, чтобы привлечь внимание к Джану. Журналист тогда усилил эту новость, в результате чего об инциденте стали говорить больше. Спустя годы, благодаря этому признанию журналиста, несправедливость, причиненная Джану Яману, стала известна. Джан все это время хранил молчание и сосредоточился на своей карьере. Однако признание показало, насколько трудный период остался позади и что ему удалось терпеливо справляться с несправедливостью. После заявления журналиста его поклонники и мир СМИ еще больше начали сомневаться в имени, стоящем за этой ловушкой. Понимание истинной природы инцидента еще больше усилило его поддержку и восхищение Джаном Яманом. Благодаря этим событиям Джан Яман продолжал получать признание не только как талантливый игрок, но также за свою терпеливую и благородную позицию. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.